Доброго дня, слушатели нашего канала! Представляем вашему вниманию новую коллекцию уличных очагов. Уличные камины изготовлены из металла. Они представляют собой металлическую чашу. Некоторые модели в виде неплотно прилегающих прутков. Благодаря этому осуществляется подув ветра и быстрый розжиг, а другие модели в виде усеченного конуса. В комплект могут входить барбекю-решетка и даже деревянная столешница. Несмотря на защитные функции уличного камина, устанавливать его лучше на каменной площадке или плитке для практичности и для избежания попадания горящего пепла на траву. В вечернее время суток мангал-камин создает особенную атмосферу. Можно совместить приготовление блюд на костре и уютные посиделки в семейном кругу. Как использовать мангал-камин? В качестве костровища, чаще которого разводится костер. В качестве гриля для приготовления шашлыков и овощей на решетке или в качестве обеденного стола для приема пищи. Поговорим о преимуществах уличных каминов. Удобство хранения и мобильная транспортировка. Механическая прочность. Конструкция состоит из надежно сваренных тонких металлических полос и прутьев. Легко очищается от углей и золы. Быстрый розжиг и тушение. В отличие от печи или мангала, уличный очаг еще служит эффективным источником освещения ночи. Посмотрите, какая уютная и приятная обстановка в саду. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на наш канал на YouTube.